Жуть начинается. Всем привет, друзья. С вами Андрей Беттер, и это пятая серия Outlast 2. Прохождение этой игры. Так, у нас, походу, только назад, да. Я хотел сделать предыдущую серию, но получилось так, что я ее не снимал. А думал то, что я ее снимал. И опять вот нету у нас звука. А нет, появился, да. Все, можно нам идти. Так. А мы можем так видеть, да? Батареечку, чтобы нам не тратить. Блять. Короче, я очутился в каких-то скалах. Мне надо попасть в какую-то башню, в колокольню, в храм. Вот. И там я уже найду Лин. Давайте вместе пройдем. Блять. Говорят-то. Кто там орёт? Нет никого. Ладно. Орёт и пускай орёт. О боже. Это не так далеко. Это не так плохо. Блин, всё поломано, охренеть. Как они, блядь, строили это, я не понимаю. А, это железная дорога раньше была. Давай, записывай. Так, посмотрим. Я не знаю, сколько их попало в мой рот. Моя кожа не перестает зудеть. Они пытались вознести меня. Мошки, что ли? Какие-то. Непонятные. Так, идем дальше. Идем. Аккуратно здесь надо идти. Блять, сейчас пизданется. Не падай, блядь, не падай, блядь. Сука. Не, бля. Что это было? Что это, мать его, было? Ваша милость, это была тень в небе, но я не полностью уверен. Бог любит своих детей. Ага. Мне жаль, ваша милость. Так, кто-то там идет. Тише. Тут, блядь, с пугнем еще увидят. Ага, головой вертить можем. Блядь, что это за хрень? Его страдания закончились. Слава Нота. Правда. Грядет переломное время. Итак. Как нам слезть отсюда, блядь? Ну, блядь, раскачивай, смотри. А камера-то цела, а? Ладно. Давай подберем. Че, все что ли? Каюк в камере. Не, работает. Смотри. Кажется, я пошел длинной дорогой. Да это не кажется тебе, так и есть, походу. Куда только идти вот. Блять, я в каком-то, короче, лесу. Блять, братиш, ну ты че, перелезть не можешь, что ли? Мы что, идем к тому чуваку, который орет? Бля, я так не хочу. Опа-на. Батареечка. Заберем. А, давай. Этот вонючий червь принял свое благословение за болезнь и попытался сбежать. И я сломал его, не повторяя его ошибок или грехов. Бог и его пророк любят тебя. Ты, конечно, любят, ёпта. Блин, делать еще. О, по веточке. Сейчас поломается сюда. Смотри. Не поломалась. Держится. Да. А тем временем у нас осталась половина батарейки. Не очень хорошо. Ну, правда, мы одну уже подняли. Поэтому... нам не страшен серый волк.
Не так? Можно так? Бля! Чё за мудак? Что ты за мудак? Блять, он... Видели, он ползал. Куда нам идти? А, вот, вижу. Может, сюда? Нет. Может, сюда? Давай, перезапускай. Тоже не сюда. Блять, в дерево? Я хуею. Место, конечно, жуткое. Если, блядь, там бегать, ходить там или что-нибудь делать, это, конечно, охренеть. Что написано? Chicken's hair? Не пойму. Давайте посмотрим. Отвратительно. Боже, сохрани. Эти люди сгнили до того, как были убиты. Блять, нихера себе, сгнили заживо, что ли? Не пойму я. Это вообще это какое-то... это... Стрёмно, ребят. Давайте посмотрим, что там. Может, мы найдем что-нибудь. Good bless. Ладно, там нет ничего. Во, блять, чуть не упал. Опа. Отлично. Мы идем между двух скал. На улице ночь. У нас в руках камера. Мы хотим спать, наверное. Я так думаю. А так все заебись. Жизнь удалась. Нахуй ты сюда полез. Добро пожаловать в это место духовного исцеления. Вы напуганные и больные. Чего и следовало ожидать. И вас переполняет стыд. Чего и следовало ожидать. Вы знаете, что вы здесь из-за своих грехов, но я могу снова сделать вас чудесными и чистыми. Когда в храм врат пришли все эти болезни, папа Нот своей мудрости и доброте распознал, что они были бы вызваны духовными болезнями. Не верьте лгунам и распространителям страхов, если они говорят вам, что вы больны сифилисом, гонореей или другой лживой болезнью из внешнего мира. Это болезнь души, и исцеление лежит только в очищении души. И не лгите, будьте послушны Господу и Папе Ноту, и в особенности его священнику Лерду. Бог любит вас, как его пророк. Блять, это какая-то хуйня вообще. Ребята, это фанатизм уже какой-то. О, бля. Сейчас какая-нибудь хуйня вылезет. Как в Resident Evil, да? Не, не вылезла. Братиш. Братиш. Он снизойдет на облако саранчи, чтобы излечить ваши болезни и раскаявшихся пораженных. Блять. Какого хуя? Он снизойдет для покровительства над нами. Блять, ты хуй с ним ебать тебя. Я не хотел. Христу. Пусть он придет, он снизойдет. Так, давайте в дом зайдем. Уж у них есть что-нибудь. Блять, фу нахуй. Фу, бля. Она сгнила к чертовой матери. Где меня? А батарейку мы заберем. Фу, валим отсюда нахуй. Все, закрываем, бля. Твою мать! Блять! Сука! Гребаный упырь ты, блядь. Ты хули на меня наблевал, ублюдок? Сука! Ты, блядь, дебил! Приятного аппетита, друзья! Блядь, батарей, пиздец. Фу, бля. Ну, ёб твою. Нихуя вас тут, а? Будь моим рядом, сгори чистым! Ебанутые, ребят, вы чё, ёбнулись, что ли, уже совсем? Блин, нам сюда или не сюда? Наверное, сюда. Ну, я так думаю. Тут что-то скалы. Так, записочка.
Услышать слова пророка Сулеймана и Господь... Блядь, давайте уже время потом не тратить, потом почитайте на стоп-листе. На стоп-видео. На стоп-кадре, во, вот так вот. Да? Все правильно. Блядь, они моют друг друга. Еще яйца ему помой, блядь. Сука. Вот и, блядь. Так, валим. Блядь, что они с вами делают, мужики? Я раскаялся, пожалуйста, излечи меня. Я раскаиваюсь, раскаиваюсь, господи. Блядь, иди нахуй. Ах ты, сука. Блядь, вот это я зачитался. Вот это я, блядь, зачитался. Так, лечись. Нихуя ты охуел. Сука. Блять, у тебя мачете есть? Ты, блядь, или ходишь нахуй? Какой мачете? Нахуй, закрывай. Ага, блокируй. Так. У нас листочек есть. Блять, вали нахуй, вали! Блять, вали нахуй! Братиш! Пошел нахуй! Пошел ты! Блять, отъебись! Сука! Так, мы идем дальше. Мы прошли этого ублюдка. Не стали в дом идти, блядь, потому что он меня заебал. Я как только в дом иду туда, он меня убивает. И все. Так, батарейка. Давай, возьмем. Обязательно. То здесь темно, здесь не хрень. Блядь, фу. Что так? Что за херня вообще здесь происходит, блядь? Женщина, природные чувства превратились в противоестественные. Блять, быстрее записывай, сука. Ну уже, блять. Будешь ли ты записывать или нет? Я не понимаю. Что-то кто записывает, кто не записывает. Нифига. Ладно, идем дальше. Дальше. Да, идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. Куда дальше идти? Непонятно. Что-то-то-то? Что? Куда идти? Я не знаю. Может, здесь прыгнуть можно? Блин, батарейка заканчивается. В любом куда... А, вот. Все, вижу. Давай, прыгай. Так, куда дальше? Угу. Давай, что это? Нет ничего. Батареечки, батареечки. И, блин, кто, пацаны? Let's go. Вот, вот мразь-то, а. Сука, мразь-то, блядь. Вылезла откуда не возьми. Где очки, братан? Опять очки потерял свои. Да, сильно ты навернулся, чувак. А где звук? Опять исчез звук. Блять, я думал тут. Эй, блять, кто стреляет? Убил что? Че да он что, блядь? Че дурак что ли, блядь? Кто там стреляет у тебя? Отвали, дурак. Ты больничка. Иди в жопу. Ты кто такой еще? Во, давай. А, это не назад пришли. Кто это такой? Ребенок наверху? Сваливай. Сваливай, братан. Сваливай, сваливай, чувак. Давай, 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 вали, вали, вали. Вали куда-нибудь уже.
Что за хрен такой? О, давай, сюда. Ну давай, ты все. Блять, сука. Нажмите аж для лечения. Давайте полекаемся, потом уже выйдем. Мало ли, тут тоже меня будет бить. Все меня в этой игре бьют, бьют. Джесс, вернись. Джесс, вернись. Джесс. Что за хуйня? Звонок. На урок, суки все. Дети, на урок. Куда бежишь? Так, открыто. Здесь может лежать батареечка у нас. Нету? Нахуй они сделали эту комнату? Так, давай посмотрим здесь. Блять, у меня вся камера трясется. Что за хуйня? Опять они! Ты такие! Кто это такие, блядь? У этого, походу, какой-то отсталый вид какой-то. Так, взаимодействовать давай. Так. Отец, пора поркари. Сегодня я вызвал мисс Грей с урока физкультуры, чтобы побеседовать с ней. Отец Лутер Эрмил говорил мне, что она слишком чувствительная, и что это нехорошо для нее. Я в этом не сомневаюсь. Бедная девочка, я знаю, что ты обещался с ее отцом и его личностью, а ее мать была настоящей трагедией для... Да упокой Господь ее душу. Но все-таки отец Лутермил считает, что переехать на экскурсию на фабрику пианино было плохой идеей Джессики. Ну понятно. Шелли Пархам, школьный психолог, школа Святой Сибиллы. Религиозная школа, это, конечно, полный пиздец. Это, бля. Ни батареек, ничего нету. Вот, блядь, открылась, бля. Или это не она? Подожди. Давай сюда зайдем. О, батарейка. Опять они. Кто это такие? Зус. Так, ну что же, открываем следующий класс. Здесь должна быть батареечка, по-любому. Где батарейки? У меня мания уже. Батарейка, батарейка, батарейка. Нет ни хрена здесь ничего. Ладно, возвращаемся назад. Так, давай назад. Ёлки-палки, а? Что за чёрт? Давай посмотрим. Блять, там девка какая-то стояла. Опять этот голос страшный, стрёмный, странный, непонятный, мне вообще, ладно. Нажимаем клавишу Escape. Блять, ёлки. Маленькая девочка. Не уходи. А ты куда ушла? Не уходи, говорит, и ушла, блять. О, будь осторожны, глазки всем, чтобы видеть. Будьте осторожны, глазки с тем, что вы видите. Будьте осторожны, глазки с тем, что вы видите. С тем, что вы видите. С тем, что вы видите. Блять. Сверху Господь смотрит вниз с любовью. О, будьте осторожны, ручки с тем, что вы делаете. Да, ручки, будьте осторожны с тем, что вы делаете. А иначе вас могут посадить. Далеко, блять, надолго. Так, батареечка есть. Мания батареек. Нет, это батарейка мания, знаете, да? Так. О, тут какая-то загадка будет. Виселица и какая-то хрень, какая-то надпись. Куда я должен буду разгадать, да? Это мне уже нравится. Пошли. Так. Там никого. Здесь тоже никого. О, полезли. Мы опять оказались в дереве. Чё за херня здесь происходит, блядь? Ему кажется, что ли, это... Есть? Братва! Нет!
Нет! Давай, отпусти! Черт, отвали от меня! Черт, отвали, проклятие! Дай его на! Знам его! Бля, вот это хрен! Хвала Господу, его пророку дома! Хвала Господу! Дядя, это вообще мешает, бля! Прости меня, Господи, но я должен быть уверен! Это деревянные стрелы. Из обычных палок, мать. Открой его рот, Ник. Ой, что ты делаешь? Нет. Я приглоти этого, да. Господи, пожалуйста, будь он. Пусть он будет это. Он за пятна. Блядь, что? Он вместе пораженный. Ты вонючая дворняк, он еще не превоплотился, он не переродился. Что ты сроки, чувак? Сначала нужно затащить его на тот крест, перед ему молоток и гвозди, давайте поднимемся на то. Вы че, меня как Иисуса хотите распять? Пойдется на крыльях саранчи, не запятаны, как новорожденные. Меня как Иисус хотят распять. Ну чё, вы что ли, пацаны? Договоримся. Алло, вот я вам денег дам, блядь. Сука, язык, у меня есть батарейки, пацаны. Сука, что за хрень происходит? Мы съедим эту плоть во время святого причастия и излечимся от своих физических грехов. Видимо, как ты можешь излечиться от этого говна, если ты спрятал? Мы исследуем эту разрушенную землю. Бля, что ж ты делаешь, видишь? Мы все приготовили для тебя, все готово. А мы все приготовили для тебя, все готово. Что? Ты где у тебя? Пожалуйста! Господи, я хочу сказать, где твоя проповедь? У меня должна быть для вас проповедь, которая по окончании всего приведет нас к спасению. Блядь, ты страшный, братан. Фу, ты весь как-то гнилось. Мы долго страдали, ожидая тебя. Да уж. Old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! Блядь! Он мне в руку вбивает гвоздь! Какого хрена ты делаешь, придурок, ты конченый? Сука! Какого хрена? Было неплохо, но... Зашибись, ёпты! В руку вогнали гвоздь, блядь! Класс вообще! Дай мне это камера? Запись? Конечно, как я мог ее не заметить? Современный Христос скорее будет использовать камеру, а не к нам. Это наша проповедь, как я мог не знать? Что за хуйню несет? Блять, вы что делаете? Господи, прости, что сам вас. Нет таких страданий, которых я не заслужу. Я червь, гнойная рана. Бля, чего они несут? Я должен выучить его урок. Забейте еще один гвоздь и держите его. Нет. Ты свет мира, ты путь моя сила. Чего вы делаете, ублюдки? Приконченные извращенцы. Ведь моральные, сука, уроды. Они что делают? Они меня тащат, что ли? Оо, в натуре. Распяли, ёпта. Как Иисуса. Твою мать. Чё, всё? Чё за хер? Да, камеру у нас отжали. Где-то... Ты распяли на кресте каком-то. Это как больно, наверное. Блин, зачем? Не надо. Это мне жаль твои руки. Ой-ой-ой, не насквозь, просто он их, блядь. Они посинели, наверное, у него там все. Охуеть. Охренеть. Вы истекаете кровью, нужно найти бинты. Блядь, где я тебе найду бинты, если не нужно найти бинты? Остановить кровь нужно. Да, конечно, нужно, блядь. Где мне взять бинты?
Сука, держись, держись, братан, сейчас мы найдем бинты. Что, мудака такой, наебем? Аллилуйя, Христос идет. Блять, вы идиоты, как... Блять, твою мать. Вот бинты, бинты, я нашел бинты. Хорошо. Лечись. Черт, вот черт, охренеть. Ох, как дьявольски больно. Блять. Как же дьявольски. А вторую руку. Бля, чувак. Часы разбил, блядь, швейцарский, наверное. По-любому, Швейцария. Так, где камера наша? Куда нам идти? Интересно. Так, тетка Мэй. Так, я прошу прощения, пацаны. Ты че, хуйнул, что ли? Поднять. Где нам найти нашу камеру? Ты ударил меня, блядь. В табу пломбит дал, блядь. Слышь, я хуя. Нет ничего. Ну ладно, один бинт у нас есть. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Ладно, давайте идем дальше. Так, мы нашли бинты там. Давайте посмотрим здесь, что находится. А ты можешь через нее перелезть? Что, драться со мной будешь?